Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня будет влог из Карелии. Мы на выходных ездили туда с друзьями. Я обожаю Карелию. Я не знаю, это место моей силы, наверное, можно так сказать. Просто жду не дождусь, и мне нравится именно летом туда ездить. Я бы даже сказала, где-то в августе, чтобы пособирать ягоды и грибы. Но вот мы поехали с друзьями немножко отдохнуть. Мужчины хотели порыбачить. В общем, такой отличнейший отдых. Не знаю, здесь супер атмосфера, такая природа. Я просто обожаю Карелию. Просто. Вот, название базы, в которой мы останавливались, я вам оставлю в описании под этим видео. Там же можно посмотреть цены. Значит, вот такой вот у нас домик. Здесь такая мини-терраса, крылечко, можно так сказать. Дом мы снимали как бы с друзьями напополам. Наверху вот здесь вот спальное место. Еще одна комната с двумя, ну, односпальными кроватями. Ну, как бы внизу, на первом этаже, можно так выразиться, да. Картины, конечно же, тут с видом Карелии. И вот такая двухспальная здесь кровать, диван, который раскладывается, то есть можно использовать еще как спальное место. И вот такая кухонька. Я извиняюсь, бардак, просто мы заехали, тут уже все раскладывали и так далее. Печка, которую можно топить, соответственно, дровами. Дрова вам предоставляются, телевизор. И здесь плохо ловит телевизор, и вообще практически нет связи. Есть Wi-Fi, но он работает через раз. Вот такая здесь, такой санузел, да, совмещенный бойлер, который воду греет, и сауна. В этом домике есть сауна. Это вообще нечто, конечно, тоже очень люблю. Вот, сауну вы топите, соответственно, сами, дрова вам, как я уже сказала, дают, вот, и мы, конечно же, были мы здесь две ночи, и все два вечера топили сауну и отдыхали тут, в общем, супер, в общем, вот так вот выглядит домик, очень удобный, комфортный, в принципе, для того, чтобы отдохнуть достаточно большой компанией, можно спокойно здесь уместиться, всем абсолютно. Наверху там, кстати, просто там нет кровати, там просто лежат матрасы, и там два больших матраса, то есть реально 4 человека могут там вот под крышей поспать. Вот, дает еще шампура и мангал, то есть все, что нужно для отдыха. Конечно же, мы жарили шашлыки, и вот такой вот отличный вид на лес, который я просто обожаю, девочки. Здесь, кстати, растет черника, я посмотрела, но она еще зелененькая, маленькая. Вот такие вот домики. Мы в этих домиках как-то были зимой, и зимой в сильный мороз здесь достаточно холодно. Я помню, мы топили печь, тоже с друзьями были. Видите, потому что стоят на таких сваях, и пол такой достаточно холодный, ну, на мой взгляд. Вот, но если зима не сильно морозная, то будет вообще супер. Вот такая большая территория этой базы отдыха с выходом к озеру. Мы на него пойдем, я тоже вам покажу, где можно порыбачить. Можно взять, тут с одной стороны так просто спуск, там баня такая, и с другой стороны там можно такая дорожка, в общем, все покажу. И там можно взять лодку на прокат. Вот, соответственно, поехать, наловить рыбки и тут же ее пожарить. Супер, вот такие вот домики. Это такой, там еще поменьше есть, по-моему, домики. Но, в общем, в любом случае, я вам ссылочку оставлю, и вы сможете посмотреть. Конечно же, природа, леса вот эти. Я не знаю, хотя мы живем в Ленинградской области, у нас тоже отличные леса, но вот Карелия, я не знаю, это просто мое место. Очень люблю. Надеюсь, что в этом году мы еще поедем сюда в августе, потому что я очень хочу насобирать грибы, ягоды различные. Там вот черника вот здесь вот, она только-только отцвела. Вот тут вот кустики. Не знаю, я постаралась заснять. Тут какие-то цветочки. Вот. Кустики там совсем-совсем маленькие, такие еще ягодки. Елочки разные, в общем, супер. Thank you.
это мы как раз растопили сауну. Вот, будем париться. Вообще супер. Там сверху можно на камни налить водички, и у вас будет вообще как русская баня. Ну, такой мини ее вариант. Но на территории есть еще и баня. Вот она как раз. Такая плавучая баня с купелью. Можно за отдельную плату, соответственно, ее, ну, как бы арендовать, да, вам ее протопят, и туда придете и попаритесь. В общем, супер. Вот такой вид с озера, и просто обалденно. Здесь такой, такие как камни, я не знаю, скалы, как это правильно назвать. В общем, такой пирс. И тут тоже достаточно много обычно рыбаков, которые пытаются поймать какую-нибудь рыбку. Это, кстати, собачка наших друзей. Зовут его Егор. Они очень с Владиком, моим младшим сыночком, подружились за время нашего отдыха совместного. В общем, как вы видите, постоянно везде вместе. Это уже на следующий день я снимаю. Солнечно, но все равно достаточно прохладно. Ну, в принципе, как и в Санкт-Петербурге. Сейчас тоже, ну, как-то жары нет, я бы так сказала. Но хорошо, нет ветра. Потом вечером был дождь, и в день отъезда у нас был дождь. Купили иранский арбуз. Как, вкусно? Mm-hmm. Это первый арбуз у нас в этом году. Как раз на террасе с видом таким красивым. Да, ладунчик? Mm-hmm. Такая тут петунька живет. Птички поют, красота. А это твой что? Нет. Нет, это не мой. Вот это, на чем висит? Такой же, как у мамы, да? Да. В общем, такая красота. И это вот как раз другой спуск тоже к озеру, где вот на прокат можно взять лодки как с мотором, так и без него. В общем, кому как нравится, конечно, все катаются, ездят. И на другом берегу вот такой вот построен, ну, строится такой домик тоже с баней на плаву. В общем, красиво очень. Это какой-то остров такой, мы так поняли. Вот. В общем, красота. Это как раз-таки улов моего мужа. Не знаю, как называется эта рыба. Муж мне говорил, я забыла. У меня в одно ухо влетело, из другого вылетело, можно так сказать. В общем, решил он ее дома уже посушить. Ну и едем домой. И уже домой. Как раз в Карелии начался дождик, но вот по дороге домой как-то уже более солнечно. Там тучки разошлись. Вот, и вам немножечко красоты, которая по дороге. Ну, природа здесь, конечно, просто супер. Я очень надеюсь, что в августе мы еще сюда вернемся.